Полиция усилила мероприятия по обеспечению дорожной безопасности. С начала января на дорогах Северо-Казахстанской области зарегистрировано 9 ДТП. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Дорожно-транспортные травматизмы, аварии с участием животных, предупреждения на трассах чрезвычайных ситуаций в непогоду, обеспечением безопасности дорожного движения занимается подразделение управления местной полицейской службы. В прошлом году в области произошло 312 ДТП, в которых 40 человек погибло и 419 ранено. С начала января на дорогах региона зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибло и 12 травмированы. В целях выявления грубых нарушений правил дорожного движения проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Для ужесточения транспортной дисциплины среди водителей, а также недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием животных на аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения установлены макеты патрульных автомашин и животных. В населенных пунктах автопатрули приближены к учебным заведениям, к местам скопления граждан с целью проведения профилактической работы. В частности, в областном центре полицейскими принято к сведению обеспокоенность педагогов и родителей об опасном участке улицы Макжана Жумабаева в районе школы-лицея. Теперь в часы пик там организовывается дежурство автопатруля. В управлении местной полицейской службы отмечают, что в зимний период времени риск ДТП возрастает. Кроме скользкой проезжей части, большую опасность для водителей представляют собой метели, штормы и морозы. В период неблагоприятных погодных условий сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры по недопущению дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Уважаемые жители и гости нашей области, убедительная просьба при поступлении сообщений о штормовом предупреждении не покидать населенные пункты, заранее корректировать свой маршрут движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Также полицейские просят водителей соблюдать дистанцию при движении, помнить о тормозном пути. Дорога не прощает даже мелких ошибок, а особенно в межсезонье и зимой. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции.